Для маленьких кировчан и их родителей прошел большой праздник, приуроченный к Дню защиты детей. Малыши, которые пока не умеют ходить, участвовали в семейном спортивном состязании – забеге в ползунках. На печеньку бежала. Такая заманушка. Я посмотрела, что там и на машинке бегают, и на все-все, но у нас вот печенька. Что вообще супер, молодцы, что организовали. Как раз к Дню детей праздник вообще замечательный получился. Родители как могли подбадривали юных спортсменов, завлекали малышей игрушками, сладостями и даже пультом от телевизора и ключами от машины. Победители забега получили подарки от партнеров мероприятия. Это яркие и мягкие пледы и звание «Самый быстрый малыш». Партнером праздника выступил Россельхозбанк. Кстати, сейчас банк предоставляет интересные условия на приобретение жилья семьям с детьми. Россельхозбанк предоставляет семьям, родившим или усыновившим детей после января 2018 года ипотечный кредит под 5% годовых. Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми распространяется на приобретение готового или строящегося жилья у застройщика, то есть юридического лица, а также на рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов. Чтобы оформить ипотечный кредит, нужно обратиться в офис Россельхозбанка. Это предложение будет интересно для всех, у кого уже есть ребенок или семья ждет пополнения в этом году.